Ильгар, здравствуйте. Очень-очень рада вновь видеть вас своим гостем. Добро пожаловать на территорию кино. Здравствуйте, Сабина Ханум. Спасибо за приглашение. Рад вас видеть. Спасибо. Вам спасибо, что приняли приглашение, что пришли. Я сегодняшнюю нашу передачу хочу начать с ваших слов, процитировать вас. Каждый фильм, получивший признание за рубежом, повышает престиж государства, стимулирует интерес к национальному кинематографу и культуре. Мы живем в мире, который, хотя и не имеет границ, но, тем не менее, быть услышанным в этом многоголосии тоже не так-то уж просто. В последние годы появились новые фильмы, новые режиссеры, которые создают свежие по восприятию и мироощущению картины. Эти картины участвуют в международных фестивалях, завоевывают призы, что, конечно же, меня очень радует. Появляется много дебютных работ, много новых имен. В кинематографе происходит плавная смена поколений. И каждый показ фильма, каждая, пусть даже самая незначительная победа, это победа всей нашей страны, всей национальной культуры. Во-первых, хочу вас поблагодарить за такие замечательные слова, как человек, тоже относящийся к культуре. И Ильгар, вы же являетесь как раз-таки одним из тех, кто завоевывает эти победы для нашей страны. Ваши все работы участвуют и в международных кинофестивалях, и занимают призовые места, и прекрасные отзывы. И фильмы ваши демонстрируются за пределами Азербайджана во многих странах мира. И вот сегодняшняя наша встреча посвящена одному из таких фильмов, вашему фильму «Участок». Очень интересная картина. Как зрительница сразу скажу, я в полном восторге, потому что за живое взяло. И вот первый вопрос, который я хочу вам задать, Ильгар. Насколько я знаю, это ваш первый фильм? Это мой первый игровой полнометражный фильм. Да. До этого я снимал много документальных фильмов, но игровой полнометражный большой первый. Фильм, да, это был первый. Первый фильм и первый грандиозный успех. Фильм был номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Да, к сожалению, «Оскар» не получил, но награжден был главный герой фильма. Мы об этом поговорим с вами. Я знаю, что к съемкам этого фильма вы шли очень долго. С чем это было связано? Ну, откровенно говоря, к съемкам любого фильма идешь очень долго. Ну, тут 20 лет, по-моему, было. Да, ну, просто что-либо снять в те годы было практически невозможно. Это, ну, сколько уже, 14 лет прошло, можно сказать. Вот тогда еще не было ни цифровых технологий, ничего. Киностудии фактически отсутствовала как таковая. Нам приходилось очень тяжело находить возможности, чтобы снять этот фильм. Все снималось на пленку. Не было возможности ее проявить, обработать. В разных странах мы все доставали там камеру в одной стране, оптику в другой, потом проявка негатива в третьей стране. Печать там, в четвертой стране, в общем, и так далее, потому что, ну, нет, не было возможности. Тогда еще не существовало ни Алексы, ни каких-либо таких камер цифровых, на которых сейчас снимаются, ну, почти что все фильмы. Можно сказать, пленка, она ушла уже в прошлую историю. А это вот один из последних фильмов, который был снят именно в таком традиционном каноническом ключе на 35 миллиметров, на пленку, пройдена была вся технология вот эта. Поэтому было тяжело, конечно, но когда есть какая-то одержимость, я считаю, что дебютировать нужно с той идеей, которой ты одержим. И как советую всем молодым режиссерам не начинать свою карьеру с каких-то, ну, неважных для них историй. Я считаю, что дебют должен быть очень личным, очень важным, потому что, ну, человек должен заявить о себе чем-то очень интимным, чем-то очень личным. И, как правило, дебютные фильмы, они и получаются у многих режиссеров лучшими, потому что в них очень много своего такого корневого, интимного, личного. Вот. Ну и я тоже шел, конечно, к этой истории. Это не единственный был мой сценарий, до него я написал еще несколько сценариев, но как-то вот так все сложилось, что я остановился именно на «Участке». И на тот период это из моих сценариев это был не самый высокобюджетный. То есть другие идеи, они были еще более сложными. Хотя
И участок сам по себе тоже был очень сложным фильмом, конечно. Но вы как-то сказали, что каждый режиссер сам решает, о чем ему снимать, к какой работе приступать. То есть это в его воле, что он хочет рассказать зрителю, какую тему поднять. И, как правило, естественно, эта тема, которая затрагивается в фильме, она должна интересовать или быть какое-то увлечение. Расскажите, а вот как вообще появилась эта идея, этот сюжет участка? Все родилось из моего увлечения психологией, даже где-то психоделикой, поэзией, шаманизмом. И вот идея участка, она родилась во сне. Это был 2004 год, я тогда жил в Москве. И я вот увидел буквально эту историю, увидел во сне, записал ее. Ну, у меня существует как такой портфель, режиссерский портфель, куда я записываю истории, которым мне хотелось бы когда-нибудь вернуться. Вот. И так записал, не думая о том, что я когда-либо буду ее снимать. Буквально вот фабула этого фильма была в этом сне. Потом, впоследствии, долго анализируя вот, как бы, все произошедшее, я понимаю, что это просто архетипичная история. Вот это вот чистилище и суд над личностью, как вот интимное такое судилище человека, оно это архетипичная история. Именно поэтому, возможно, я и увидел этот сон в то время. Вот, и, может быть, поэтому эта история находит отклик у многих зрителей. Потому что это именно такая библейская, архетипическая, такая даже архаическая такая, может, даже история. Ну, фильм же о страхе, о фобии вашего героя. Да, он и о фобии, он многоплановый такой. Вот это, ну, наверное, первый фильм, который вот был снят в Азербайджане, как бы в такой в стиле потока сознания. Это фильм в стилистике потока сознания. Вы сказали, что как бы находит отклик у зрителя, что зрителю нравится. Я к чему сказала, что о фобии? Потому что, в принципе, в каждом из нас, в нашем подсознании, сидит какой-то страх чего-то, от которого мы не можем избавиться. Как правило, это все родом из детства, когда мы еще не можем за себя постоять, когда мы не можем отстоять свои принципы, свои идеи. И во взрослой жизни, несмотря на внешнюю уверенность, это сидит там. То есть у вашего героя тоже же это шло из детства? Да, конечно, герой пережил определенную травму в детстве, которая не мешала ему все эти годы развиваться, устраивать правильные отношения с женщинами. У него было немножко такое потребительское отношение к женщинам. Он не понимал, чем это вызвано, до того момента, пока не окунулся в прошлое, не окунулся вот через вот этот психотерапевтический сеанс, который ему устраивает вот начальник полицейского отдела в исполнении нашего выдающегося режиссера Вагифа Ибрагимовлы. Вот через это психотерапевтическое путешествие он вспоминает эту историю, которую он не помнил. Она где-то там на дне его памяти, в глубине его бессознательного была, но тем не менее влияла на его жизнь, на все его поступки. И вот он совершает такое катарсическое путешествие в свое детство, пережив травму, да, после автокатастрофы. И только пройдя вот через эти вот мучительные воспоминания, он приходит к катарсису и очищению, и избавляется от этой фобии. И это дает ему возможность развиваться, жить, по-новому взглянуть на свою невесту, вообще на мир, на себя самого. Он переосмысляет реальность. Но это в подсознание он же попадает, он в этот попадает участок, в подсознание. Вот эти части. Да, да, там немножко я оставил так вопрос открытым. Вернулся ли он в реальность, или все-таки он остался в каком-то иллюзорном мире? Или, может быть, весь мир — это иллюзия? Поэтому там много... Нет, по-моему, вы же все-таки показали, что он вернулся в реальность. Да, он вернулся в реальность, но, тем не менее, если вы помните финальный кадр, да, там на стене он видит тень, а вот это, от той птицы мифологической, которая несколько раз упоминается, птица Хумай, несколько раз упоминается она в фильме. И возникает, я так надеюсь, все-таки вопрос, не остался ли он в каком-то таком психологическом, таком немножко иллюзорном, потустороннем, инфернальном измерении. По крайней мере, такую идею тоже мне хотелось выразить. Подсознание, граничащее с мистикой. Там вы затрагиваете сакральные знаки Гобустана, богини Умай. Далее предложение работать со знаками древнего Вуду. Вот скажите, вот эта связь, мистические символы и внутренний страх, вот почему такая именно связь выбрана? Ну, наш персонаж Гариб, он интересуется именно вот архаической культурой. Не случайно в его фотоработах и в его мастерской мы видим образ, вот этот архетипический образ матери мира.
впоследствии, она говорит, и про, вспоминает и Хумай. И вообще вот этот шаманский, языческий, архаический образ такой вселенской мировой женщины, он, конечно, давлеет над Все-таки ним. Все-таки женщина, видите, я хотела сейчас сказать. Богиня Хумай – это богиня она женская, да? Да, конечно, да. И это мы видим в его работах, там, ну, на его фотографии, они все в таком стиле выполнены. Довольно архаическим. И он любит Гобустан, ездит в Гобустан, исследует вот эти петроглифы Гобустана, наскальные рисунки. Что, кстати, я очень люблю. И снимал фильмы в Гобустане и на Дальнем Востоке. В Сикача-Аляне, на Найскую деревню с древними петроглифами. Поэтому все эти темы, они... Ну, вы сказали же вначале, что вы увлекаетесь, вам нравится, как бы, не то, что увлекаетесь, вам нравится. Я изучал, не столько нравится или увлекаюсь, просто я изучал много лет эту тематику, мне это интересно, я к ней периодически возвращаюсь в том или ином виде. И участок это был именно такой, да, как сказать, именно вот приближение к этой шаманской традиции. Ну, честно говоря, когда начинаешь смотреть фильм, когда вот это все, думаю, что да, сейчас дальше пойдет вот эта мистика. Это первый же, в принципе, ну, он, там мистика и есть. Это первый, да, у нас мистический триллер в Азербайджане? Да, до участка у нас не было такого жанра, это вот фактически первый мистический фильм в нашем кино. Мистический, психологический триллер. Очень сильный и очень довольно-таки сложный фильм, потому что, естественно, путешествие во внутренний мир человека, это, конечно, это кино не для всех, но это кино, которое должно быть, потому что зритель, ну, назовем его серьезный зритель, задумывающийся о чем-то, конечно, для него это пища для души и для мозга. Я вот что хотела бы сейчас у вас спросить, Эльгар, ваш герой-фотограф, я неспроста сейчас хочу спросить, этот вопрос задать, вернее. Вы же тоже раньше увлекались фотографией. Да, да. То есть какая-то связь есть, что вы делали своего героя фотографом? Да, конечно, это не случайно, и много личного в этой истории. Я тоже с детства увлекался фотографией, и вот это приближение к магии изображения, я это прочувствовал еще будучи ребенком. И я пытался какие-то сцены в этом фильме показать именно так, как я это помню, как я это воспринимал в том возрасте. Там проявляли, когда пленки. Да, это совершенно другое ощущение. Не то, что сейчас вот с цифровыми фотоаппаратами и телефонами. Это именно какое-то приобщение какой-то магии. Когда ты видишь, как из воды появляется образ на белом листе, просто появляется изображение, новое измерение, новая реальность. Это непередаваемое чувство, к сожалению, забытые и не существующие сейчас, может быть, только у профессиональных фотографов, которые еще продолжают снимать на пленку. Ну, вообще, вы в своем творчестве часто обращаетесь к своим интересам и к своим увлечениям. У вас их немало было, у вас и бокс был. Да, я стараюсь снимать фильмы о том, что знаю. И романы также пишете, «Моя необработанная форма» тоже. О боксере? Да, это, ну, я просто по-другому не умею, я пытаюсь делать то, что я знаю, люблю и понимаю, и можно, конечно, взять какую-то тему, изучить ее, но это будет все-таки нечто такое вторичное, на мой взгляд. А когда ты занимаешься тем, что ты знаешь, ну, просто прожив, да, прочувствовав, то и результат бывает совершенно другим, и как-то и мотивация другая, и интерес другой. И это дает тебе силы довести свою работу до конца. Потому что когда ты выполняешь какой-то заказ, это одна история. Но когда ты делаешь что-то личное, снимаешь какую-то личную историю, она на протяжении всего процесса, она тебя напитывает, дает тебе силы двигаться дальше, завершать эту работу. И это лучший стимул, лучший мотиватор. Вы сейчас упомянули имя нашего замечательного режиссера Вагифа Ибрагимоглу. Я знаю, Эльгар, что первым ваш сценарий участка вы показали ему. Он первым увидел, да? Да, он переводил сценарий. Я написал сценарий на русском языке, он переводил его на азербайджанский. Он сыграл в фильме? Да, он сыграл потрясающую эту роль. Ну, я могу очень долго говорить об этом человеке. Я очень люблю. Я читала ваше интервью насчет него. Кажется, вот насколько важно, чтобы это первая работа. И как вы совершенно верно заметили, во-первых, как человек уважающийся, как талантливый человек, первая работа, как вы сказали, она очень важна. И вот насколько важно, чтобы рядом оказался такой единомышленник. Он же вас, в принципе, очень сильно поддержал и практически
ну, не заставил, но как-то подействовал на то, чтобы вы приступили к съемкам. Да, да, это большое везение и подарок судьбы был то, что на съемках этого фильма был такой человек рядом со мной. Действительно, он всегда меня поддерживал, абсолютно мне доверял, безусловно. И мы до этого сделали еще одну работу. Я снял свой короткометражный фильм «Внук горы», он снимался там у меня. И он очень любил мои фильмы. Поэтому, не знаю, это большое везение. Конечно, не хватает этого человека. И ты по-настоящему это ощущаешь, когда его лишаешься такой, ну, опоры, такой поддержки. Сейчас таких людей, к сожалению, ну, сложно встретить. Но вы знаете, очень хорошо, что все-таки они бывают, потому что не каждому человеку еще может повезти встретить такого человека, который и опорой будет, и поддержкой, и будет тебя как-то вдохновлять, да, на какие-то шаги. Честно говоря, я сам не до конца верил, что реально будет снять этот фильм. Но Вагиф Маймон сказал просто, ты обязан снять этот фильм. И он был действительно таким вот стержнем, который помогал мне довести эту работу до конца. И как вы верно подчеркнули, он просто блестяще сыграл. Просто блестяще сыграл эту роль начальника участка, да? Так, да, это называлось, начальник участка? Да, начальник участка, но... Начальник чистилища. Начальник чистилища, внутренний наш судья, то есть, да, начальник полиции, как его, ну, там это такая роль, она многослойная, многоуровневая. Я сейчас хотела бы поговорить еще об одном актере, который снялся в вашем фильме, это Тимур Одышев. Тогда он был учеником Бакинского хореографического училища, естественно, непрофессиональный человек, совершенно совсем молодой парень еще. И этот фильм принес ему просто невероятный успех. Он стал лауреатом 32-й ежегодной премии «Таланты Голливуда». Естественно, это и для фильма очень большая, конечно, удача, но первый фильм, дебют, очень серьезный подход, очень серьезное отношение, и это на тот период, ну, я смею так сказать, это было делом вашей жизни. И вот так вы рискнули, непрофессионального мальчика пригласили, но вы рискнули. Ну, риск, часть профессии нашей риск. У меня не было альтернатив, потому что я снимал детство героя, я не мог в этом возрасте найти профессионального артиста. И для меня, честно говоря, работа с непрофессиональными актерами, она меня совершенно не пугает, потому что я занимался документальным кино и чувствую людей, и по большому счету в каком-то смысле даже с непрофессионалами удобнее и комфортнее работать, чем с профессиональными артистами, которые, к сожалению, часто бывают ограничены своими навыками, своими штампами. Вот. Но с Тимуром, да, он был очень похож на нашего главного героя. Для этого было очень важно. Да, и это была, естественно, его первая работа и очень большой успех. Мы с ним ездили в Лос-Анджелес, получали эту премию. И, конечно, это незабываемое ощущение. Вообще с детьми очень приятно работать. Они всегда как-то непосредственно. Иногда они проявляют ту реакцию, ту эмоцию, которую ты и не ждешь от них. Именно вот потому, что они... очень органичные. Ну, они как пластилин, знаете, что слепите, то и выйдет. Как ваша одна из героинь фильма в исполнении Соны Микаэловой сказала про мужчин, да, то же самое. Да, да, да. Мужчина — это пластилин в твоих руках, что слепишь, то и будет, только не выпускай из рук. Я сейчас просто не могу не спросить, вашего героя зовут Гариб. Вы как-то сказали, когда раскрывали свой творческий псевдоним Сафат, что имя человека очень сильно влияет на его судьбу. Я когда смотрела этот фильм, я вспомнила ваши эти слова и задумалась над именем вашего главного героя Гариб, в переводе с азербайджанского «чужак», «чужой». То есть вы его не случайно, да, так назвали? Да, это, конечно, это. Ну, я не делал это как-то нарочито, какое-то такое, знаете, символичное имя хотел дать, но для этого персонажа оно подходит. У меня какая мысль пошла, что он чужой для той действительности, в которой он оказался. Поэтому как-то... Да, 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 так и есть. И действительно, он обособлен, он занимается тем, что кроме него никому не интересно и не нужно. И мать девушки это понимает, поэтому тоже не особо рада выбору своей дочери. Ну, вот такой персонаж, да. Как бы его профессия, его принадлежность к фоторемеслу, к фотоискусству, она не была столь тривиальна, как это стало сейчас, к сожалению. Да.
Поэтому ну, вот, это было до поветрия, до появления цифровых телефонов, там с фотоаппаратами и цифровых камер. Поэтому это было тоже его ремесло, его профессия тоже имела какое-то смысловое, знаковое отношение. А почему все-таки такой конец тяжелый? Теряет он невесту, погибает она. Вроде бы вот он избавился от этой страха, от этой фобии. Он же все как-то боялся ей сказать, назначить день свадьбы, все тянул, все придумывал разные отговорки. А тут он готов, но она уходит. Ну, все-таки я надеюсь, что финал открытый. Там, мне кажется, я попытался, по крайней мере, так показать, что у нас остается вопрос, будут ли они вместе, вообще где он находится. То есть там в финале очень много вопросов остается, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, но думаю, для этого фильма это нормально. Очень хорошие отзывы были, причем не только наших кинокритиков, но и западных, голливудских. И это очень важно. Я понимаю, что в первую очередь режиссер сам хочет снять то, что он считает нужным. Но ведь очень важно, чтобы это было понято. Да, конечно, хочется, чтобы то, что ты делаешь, в конечном итоге нашло какого-то зрителя, какой-то отзыв. Но мне, честно говоря, грешно жаловаться. Я на многих показах этого фильма присутствовал, видел реакцию зрителей. И несмотря на то, что фильм, может быть, действительно, он, может быть, не для широкого зрителя. Нет, не для широкого, но он серьезный фильм. Да, но всегда я встречал очень хорошую реакцию во всех залах, в разных странах, и всегда реакция была одна и та же. Это меня очень так тоже... Вы знаете, этот фильм из серии тех фильмов, которые один раз посмотришь и никогда не забудешь. Кажется, а вот не обидно было, что остался без Оскара фильм? Ну, у меня нет обиды на... Я понимаю, что нас учили с детства. Главное не победа, а участие, но все равно. Я не знаю, честно говоря. Ну, вот, когда я только приехал туда, в Лос-Анджелес, там встречался с кинокритиками, они говорили, что он такую лестную для меня фразу, что вот в Голливуде вас знают, потому что фильм многие посмотрели, все кинокритики, и он очень многим понравился. Все думали, что это будет сенсация, потому что об азербайджанском кино никто ничего не знал. Но... Произошло то, что произошло, я не думаю об этом. Ну да, ну правильно сказать, что это не для разового просмотра. Это такой фильм, который каждый раз, мне, по крайней мере, так я часто слышал, что он как-то каждый раз... Его забыть невозможно. Вот я его два раза смотрела. Один раз я смотрела, когда как раз была премьера в кинотеатре «Азербайджан». Второй раз я посмотрела, подготавливаясь ко встрече с вами, он на меня произвел... Колоссальное просто впечатление, это встряска хорошая. Это встряска хорошая, потому что, ну, если быть совсем откровенным, по хорошему кино, конечно, зритель скучает. А вы снимаете хорошее кино, Ильгар. Спасибо большое за теплые слова. Я стараюсь. Ну, видно, и уровень очень. Мне поэтому не обидно не получить Оскар. Мне обидно, например. Не знаю, честно говоря, у меня нет такого прям, что страдальческого отношения к этому вопросу, не знаю, приятно было бы, конечно, да, это все иметь, получать, естественно, но не знаю, я не зациклюсь на этих вещах. Ну, многие люди его посмотрели, многие помнят этот фильм, да, несмотря, хотя уже 14 лет прошло, уже скоро будет еще один юбилей, может быть, мы сделаем какой-то... такой театральный показ к 15-летию, посмотрим. А возможно театральный показ? Это театральный показ сложно. Возможен, но, как я уже говорил, мы снимали его на 35 миллиметров, на пленку. Это нужно сейчас делать там DCP, нужно сканировать этот негатив. Это большая тоже работа. Я не знаю, будет ли у меня на это время и возможность, но... Я думаю, что вы найдете время, потому что, зная ваше увлечение театром, я думаю, вы... Что-то да придумайте. Для меня сейчас важно закончить новый свой фильм «Родная земля», который сейчас уже на стадии постпродукции, постпродакшн. И тоже много работы и со звуком, и с графикой. Там еще очень много работы. Я очень хочу к концу года его закончить. И мы ждем этот фильм, Ильгар. Мы очень ждем, потому что темы, поднятые в этом вашем новом фильме,
Они очень серьезные, очень важные, и о них нужно говорить. И, естественно, я с удовольствием вас приглашу еще раз на нашу передачу. Я, Эльгар, хочу вас поблагодарить за участок. Действительно, уже я в который раз это говорю и не устану говорить. Фильм замечательный, работа просто потрясающая. И вы знаете, стоило идти к ней 20 лет. Спасибо большое, очень тронут вашими словами. Спасибо. Вам спасибо. Ждем. Спасибо.